Значит, по поводу предыдущего ролика, где сделал мини-аквариум, вот нашел статью, значит, где предлагают на продажу замкнутой экосистемы, вот показываю сбоку, чтобы не обвинили в нарушении авторских прав, где 2-3 креветки в запаянной колбе с растениями, которые вырабатывают кислород. И написано даже, что, значит, вот в таких вот системах живут они не так, как в обычном мире, где есть естественные враги 2-3 года, а живут они в них от 12 до 20 лет. Вот. И самое интересное, что запатентована эта система, знаете, где была? Запатентована российской компанией, и таких аквариумов не производится больше нигде в мире. Ну, я опять-таки сомневаюсь, что это все реально. Хоть креветки мало и потребляют, но опять-таки все от освещения зависит. Делали их при определенном освещении, поставил ты в дом такую фиговину, свет чуть по-другому стал падать. И сразу что у нас получилось? Получилось, что недостаточно кислорода вырабатывает данная экосистема, и креветочки загнулись. Кислород, понятно, рыбам необходим, вот даже в реках, когда лед, прорубают проруби специально, чтобы рыбы подо льдом не задохнулись. И было целое уголовное дело, я вот даже найду, не поленюсь сейчас, когда китайцы продавали рыбок аквариумных, как брелки в запаянных пакетиках, которые через некоторое время, понятное дело, умирали. Вот, значит, китайцы продают в запаянных таких штучках на рынке брелки, значит, в которых помещают живых животных. Там черепашек, там, по-моему, рыбок, значит, ящериц. Ну и в результате, конечно, те дня через два погибают. Было заведено уголовное дело по поводу жестокого обращения с животными, потому что, естественно, китайцы говорили, что там специальная среда в этих брелках, рыбки будут жить вечно, но все это оказалось бредом, и это понятно. Поэтому любой аквариумист знает, что чем больше воды, тем дольше живут рыбы, и замкнутых систем практически не бывает даже в природе. Ну, дорогие зрители, продолжу тему опять-таки по поводу запаянных аквариумов. Как я вам уже сказал, действительно в мире есть прецеденты, когда продают запаянные аквариумы исключительно с креветками. Одна-две креветки, причем это морские аквариумы, где соленая вода, какое-то растение. Очень большой вопрос у меня, что из-за изменения освещения вряд ли там будет не нарушена вот эта оптимально подобранная среда. Но производители утверждают, что креветки там живут дольше, чем в обычной среде, до 14-15 лет. Сам не пробовал, не знаю. В любом аквариуме всегда есть у нас принудительная подача воздуха. Как я уже говорил, даже на реках, когда встает гололед, лед, пробивают лунки, чтобы рыбы не задохнулись. Нет еще в мире крупных каких-то систем замкнутых, в которых бы была, не было бы необходимо какая-то циркуляция с внешними источниками. Я когда был в пещере в Абхазии, там, понятно, тоже за счет живность какая-то появляется в подземных озерах, только когда туда дожди попадают. Так там ничего нету. Ни в каких подземных озерах у нас нет, не было, никогда не будет никаких животных, никаких обитателей. В каких-то маленьких горных озерах тоже там все время круговорот происходит. Дождик капает, там вода обновляется за счет этого. Переполняется, стекает, какие-то подземные источники бьют. Постоянно идет обмен идет с окружающей средой, поэтому замкнутых систем нет. Даже земной шар наш, наша экосистема, она не замкнутая. Постоянно мы взаимодействуем с солнцем, солнце нагревает, солнечный ветер попадает на землю, приносит определенные элементы химические. Поэтому
я очень сомневаюсь, что возможно жизнь в замкнутых колбах. И любой аквариумист знает, что чем больше аквариум, тем легче там устанавливается определенный биологический баланс. Чем больше там настоящих непластиковых, а живых растений, тем проще устанавливается биологический баланс. И все равно всегда там есть принудительная подача воздуха, принудительная очистка воды, подмена воды. Поэтому в прошлом видео я продемонстрировал мини-аквариум. Да, это небольшой такой проект, который, естественно, потом не будет жить вечно. Как чуть-чуть там рыбки подрастут, они сразу пойдут в большой аквариум. То же самое будет и с креветками. Поэтому мини-аквариумы — это такое, скажем, больше изыск такой, или экспериментальный, чем что-то постоянное. В любом случае, даже если есть небольшой аквариум, туда обязательно подводится принудительная подача кислорода, принудительная система очистки этого аквариума, принудительный нагрев. Вот. Поэтому всем советую, конечно, заводить большие аквариумы с принудительной подачей кислорода, с принудительным обогревом, с принудительной подменой воды. Вот что я хотел сказать. Спасибо большое за внимание. Ну и по поводу того, что все-таки запаянные аквариумы продаются, можете посмотреть в интернете, я ссылочку оставлю. Не в качестве рекламы, а в качестве научной статьи. Действительно, я оставлял и под прошлым видео. Такая фишка есть. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, распространяйте видео в интернете. В принципе, все мои видео направлены на защиту животного мира. Да, можем мы, думаю, с вами еще теми, кто за здоровый образ жизни, предлагаю вам вот, да, как мне настроить, даже не знаю, вот минералочки выпить, это минеральная водичка. Да, минеральная водичка, как же мне до камеры донести, вот